Итак, ребят, мы приехали в колл-центр, это Краснодар. Бомбим сегодня полезный, ну и в то же время интересный контент. У ребят здесь есть футбольная пушка. А это единственная пушка, ну не считать профессиональных историй в Краснодаре, где может каждый желающий вместо кино пойти и поработать, скажем так, над контролькой, над передачами. В общем, прокачать себя. Сегодня батлимся в четырех конкурсах. Первый – это лайтовый, мы просто попадаем в мишени. Мишени будут хаотично загораться. 10 мячей, попал, плюсик не попал, красавчик. Будешь готовиться, абонемент выигрывать дальше. Второе задание – у нас будут движущиеся мишени. Все то же самое, но нужно будет немножко на ход все дать, в зону. Третье – это удары с лета, это прям то, что доктор прописал, как говорится, Зидан. Вспомнили, когда он там вальнул? Вот сегодня будем тренить так же. И четвертое – это суперпушка 100 км в час? Да. Сотка. Ну, всего 100 км в час передача, ну, примерно та же самая, что вы. И мы будем ее пытаться принять. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Человек, который работает на этом всем оборудовании. Это человек, вот этот человек, которого мы нашли у кинотеатра. Вот. За попкорном, ну, и, собственно, шоу. Человек, который приехал в гости. Ну что, погнали. Первое задание. 10 мячей. Работаем в косашку. Давай посмотрим, как у нас там дела будут обстоять. Ты просто под себя опять не понимаешь. Почему под себя? Чего? Ладно, я человек, который работает, должен это. Я тренировался очень много. Конечно. Вы типа в косаке, ребята? Начинаешь вот это, все, понеслась. Давайте. И вот сразу первая рука идет. О, я понял. Есть одна. Есть. Понятно. И... Ну, это мимо, понятно. О, это неплохая заявка, потому что колл-центр подарит. Пять. Ну, и плюс один, который добился, итого четыре. Второй боец. Человек, кинотеатр. Сейчас посмотрим. И пошло. О-хо-хо! Сломал аппарат. Просто сломал аппарат. Так, вот, пошло. Ай-яй-яй, это опасно. Это опасно там. Опа, не закрывается, да? О, ну это низом ему просто фартит. Конечно. Да. Зеленая это та, которая горит. Горит зеленая, Федор Дмитриевич, ты чё? Решил меньше 4 делать? И сколько там? 4. 4? Ребят, ну это вообще просто. Просто другим шансы оставил, и все, что тут говорить. Вот легенда, мой значок. Я думал, татуировку не буду показывать где. Ладно, понеслась, давай. Оп-оп-оп, готов. Низом, низом сейчас. Низом, аккуратненько. Вот низом, да. Попасть в этот. На, 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 на,
Ладно, ну, чтобы не расстраивать ребят, пришлось специально два раза промахнуться. Первый раунд, 4 балла у всех, двигаемся ко второму заданию. Итак, второе задание движущейся мишени, 2 касания. Контроль плюс попасть. Ну, в качестве Федора Дмитриевича и Тёмы они просто контроль и просто туда куда-то, в любую сторону. А я в мишень. Так, ну что, понеслась. Так, сейчас опасность. Опа. Так. Это скандалом попахивает. Это попахивает увольнением. Да, чувствуете вот этот вот? Это что такое вообще происходит? Так, так, ну этот мимо мы. Так. Так, а мы вот это засчитываем как мимо, да? Никита Сергеевич, чтобы с мишенями было видно. И бэк. Есть, точненько. Так. Сейчас. А, пошло. Туда его. Раз. И. Неплохо, неплохо, неплохо. Ты что там-то делаешь вид, что ты что-то рулишь? Так. Опа. Попал. Давай, с мишенями. Хорош. Итого, сколько у нас получается? Так. 5 попаданий. 5 попаданий. Один не попал, а потом добил его. Опять 4. Хорошо. Так, а это ж мы же на время не смотрим, то есть я могу читать. Не, ну косы-то не смотрим. Читер. Читер. Ладно, 4 раза есть, да? Итого 8. Да ладно. Ты видел, все это бросили работать просто к стеклу прилипли. Да, это вот эти не те люди, которые невидимые. Ладно, сейчас бомбим. Сейчас я покажу 9 из 9. Пока лучшее, если что у тебя получалось, это снимать и говорить. Там остальное. Ты что-то задумал плохое? Опа! Да потому что надо точнее бить. Да, и ты. Не успел. Куда? Да куда, Василий Ильич? По-моему, это... По-моему, это удары в никуда идут. Ну понятно, конечно. Я попадаю, попадаю, а то это. Нет, ты главное по мячу попадаешь, уже хорошо. Нет, это там, не защищает. Да, ты что-то. Давай. Понятно. Это нервы, нервы пошли, смотри, бьет уже. Оборудование застраховано, а то человека нервишки сейчас шалят. Это просто. Я не знаю, что там понатомали.
Я все попал. Там, видите, уровень, уровень мастерства. Три раза в итоге. Василий Игоревич, вот смотри, уровень мастерства, и вот там слева твой должен быть, я просто... Нет, я все попал. Все попал, почти все. А просто ничего не засчитал. Когда человек узнал, что такое футбол, вообще... Просто скандал. Ладно, второй тур выиграл Федор Дмитриевич. Третий у нас удары с лета. Но это те части, которые вообще никогда не знает и не видел. Я пошел в кино, короче. Пока 10 посмотрю. Ударов. 10 ударов. Победитель забирает всю победу себе. Какую? Вот это победу? Самый важный тур начался. Какой? Ну, первые вот эти лайтовые были. Ну... Я дал возможность всем проявить себя. А сейчас удары с лета. Плюс контроль мяча. В общем, по фэншую все работаем, ребятушки.